professor David Edgar Vinto رقص في الباليه رقص الباليه في الأوبرا المصرية في لانه ديفيد اشكرك طبعا كثير في كونسيرت بعد جدا النهارده وثاني حاجة أنا عايز أقول إنه فخور جدا إنه شخصية زي كده بيعزف عندنا في المركز الثقافي بمستوى عالي جدا طبعا وتالت حاجة عايز أشكركم جميعا للحضور والاهتمام بالموسيقى الكلاسيكية والباليه الكلاسيكي وبشكل عام اهتمامكم ب Я бы хотел сказать сегодня у нас вот три вещи. Большое спасибо, прежде всего, поблагодарить за этот прекрасный концерт господина Давида Лидзе, профессора, замечательного музыканта. Я даже не знаю, кто из меня простят такие, как другие музыканты и пианисты, как Денис Мацуев, например, я лично с такой же радостью слушаю. Спасибо большое. То, что вы играете, честно всего. Спасибо. Что на этой сцене выступает также балерина театра оперного, оперы балета Египта. И я вам считаю, что это единственный вообще до недавнего времени. Два года назад открылся в султанате Оман, тоже театр оперы балета. Однако, честно говоря, я за эти два года не наблюдал. Я думаю, что он еще даже не функционирует. Это единственное на Ближнем Востоке вообще театр оперы. И балета, и балерина, и театр танцует у нас. Я действительно горд. Мы все гордимся. И третье, спасибо всем вам за ваш интерес к культуре в целом. Спасибо большое. И налаживают отношения, налаживают именно, налаживают большие, хорошие, дружеские отношения со всем миром. Вот это очень ценно сегодня, когда вот люди немного вот так разъединены. Это очень, вот я много лет, но это директор особенно, я подчеркиваю, акцентирует эту сторону. Поэтому я вам искренне благодарен, خير كبيرا في المستقبل والتقدم أهم حاجة تقدم ثقافية تقدم إنسانية وكل التقدمات وفي الآخر أنا فخور بمستر عريسي عشان هو بيعمل حفلات كثيرة قوي في المركز مش المركز بس ولكن في الأوبرا وفي مسرح الجمهورية بكده حصل حفلة شيقة جدا هناك وهذا مهم جدا للنهار عشان تعرفوا الناس وعشان خير في المستقبل وعشان سلام في المستقبل بين الناس شكرا جزيلا